Мы должны просто оказываться в обстоятельствах, при которых мы побуждаемся к какой-то деятельности, рассчитывать на... Нету никакой свободы воли. Понимаете? Ирония состоит в том, что воли нет. Это в свое время написал Лев Семенович Выгодский в учебнике по психологии для учителей. Он написал это в каком-то 20-каком-то махровом году. Он написал, никакой силы воли не существует. Да? Потому что, значит, вы после того, как вы приняли решение, вы уже действуете. До того, как вы не приняли решение, вы не действуете. Вопрос в решении. Вопрос, кто принимает это решение. Мозг. Мозг. Вот он примет это решение, вы начнете действовать. Какая воля?